А здесь просто... Ну, сколько в Сирии платят денег за месяц боевых действий? Ну, 60 долларов в день. Сколько ты там был? 5 месяцев, да? 5 месяцев. Сколько домой привез денег? Оно все на карту домой пересылалось. Ну, что ты, но все равно не подбивал потом денег, сколько заработал? Ну, около 800. А здесь, в Украине, сколько тебе платят? 2% полевых. Какой оклад у тебя? 56. Деньги приведи. 56 тысяч рублей, это в месяц твой оклад, как командир отделения. Плюс за то, что ты находишься не в себя в расположении в ЗПК или здесь в Украине. Сколько доплачивают? Полевые 2%. Полевые еще 2%. За сутки? От оклада 2% в сутки. От 56 тысяч? Нет, не от 56, от оклада, по должности, по званию. То есть, еще нет? Оклад по должности, по званию, у меня где-то 22-23. Заработал деньги? Нет. На нашей крови заработал, да? Какие у тебя ранения? Перелом ноги. Так. Ну, 5 пулевых с ног достали, 4 осколка. То есть левая нога совсем не работает вниз. Вообще. Все остальное нормально, да? Да, и правая сломана. Жить будешь. Так? Ты за эту ночь что-то переосмыслил? Конечно. Путин кто? Путин хуйло или не хуйло? Скажи мне прямо. Хуйло. Не слышу. Хуйло. Ты уверен в этом? Да, я уверен в этом. В Украине есть нацисты? Нет. Я говорю, наоборот, отнеслись по-человечески. И будут относиться. Ты... Сейчас я на эмоциях, но тебе никто пальцем не ударит, и тебе будут относиться по-человечески. Это я тебе гарантирую. Ну просто пойми, что Путин хуйло. Я понимаю. Вчера даже, когда нас взяли, парни по-человечески отнеслись.